Всем привет, дорогие друзья! Сегодня поиграю в копии Hello Neighbor в Роблоксе. Но перед началом поставь лайк, подпишись на мой канал. Ну и поехали! Первая игра — это Hello Neighbor Full Game. Чё он без головы? Под меню M. Continue. Кто ему думает вроде? Так, ну... О, чел! Пойдем. О! Чего? Я просто челом подвал прошел. Все, пойдем. А как это открыть? Ты лази! На, ой-ой! Не на укус. О, хлеб. Или что это? Я не знаю, это кирпич какой-то. Побежали. Жестко его колбасит. Хлеб, пойдем. Ребят, это вообще нормально. Так, возьмем с собой кирпич. Так, давайте вот сюда. Офигеть, ребята, я игру сломал. Я тут вообще не должен находиться. То есть вот тут вот должен бежать. А я взял. Типа и дошел. Все. Кисет. Нормально. Стой. И теперь отсюда выбраться. Делать. Вот он. Ай, сосед! А, сосед без головы за мной бежит! Ой, второй акт. Так, предмет 100. Это, ребят, вообще идеально. Это вообще кайф. Конечно. Тейбл. Берем. Прыгаем. Куда? Логите. Прыгаем. Давай. Прыгаем. Опа. Ой. Ой. Что? Где я? Что? Третий акт? Чё? Почему? Помогите. Я под картой? Стоп. Что? Я игру сломал. Всё. Стоп. А чё вот это вот и такое? Ладно. Стоп. А почему? Можно обратно, пожалуйста? Я дружелюбный. Так, ребят, я нашел такую игру, которая называется Hello Neighbor Horror. Ну, реально это хоррор или нет? Сейчас давайте проверим. Чё? Кофточки. Трэшер! Сосед будет? Отстань, я у себя дома! Я у себя дома, отстань! Да я у себя дома, отстань! Алло! Ну и в этой игре больше ничего нет, так что поехали к следующей копии. Так, второй день съемок. Я вот что вспомнил. То, что я вам во второй части копии Hello Neighbor в Роблоксе обещал одну игру пройти. Ладно, ребят, если вы хотите, чтобы я прошел второй, третий и финал, то на этом видео поставьте 15 лайков, и в следующей части я пройду все вот эти... Вы набрали даже 30 лайков, 2 раза больше, чем я говорил. Так что, ну, давайте, ребят, так сделаем, чтобы видео не было очень долгим, очень большим. Я пройду сейчас второй и третий акт по-быстренькому. А финал не буду проходить. Стив Фокс. Ой, сосед. Вот. Что это я тут открыл? Закрыто. Опа. Стоп. Не-не-не-не-не, все было очень хорошо. Так, стоп. А все, да, ну так просто можно было. Нормально. Так, письмецо, давайте сюда. Давайте письмо. О, давай.
Это кто? Братан, ты кто? Ты кто? А чё так громко? А чё если до него дотронуться? А, он бежит! Он за мной бежит! Он за мной бежит! Он за... А, его тэпает. А, лох, его тэпает. Ладно. Лучше больше не буду. Как дверь-то открыть? Чё? Как? Почему вот оно не открывается, если я все открыл? О! Чё все как-то зависает будто как-нибудь? С задержкой все происходит. О! Сюда. Жесткие цикапчики. Что еще могу сказать? Зарядка вообще надежна. Вот сюда и вот тут вот лом. Ух, жестко. Хеликоптер. Так, и карточка. Карточка. А вот она карточка. Что ты меня видишь? А, все открыто. А, черный негр! Короче, походу, я это никогда не пройду. Это, походу, невозможно. Ну, либо я чего-то не понимаю, так что поехали к следующей копии. Следующая игра у нас вот такая вот Hello Neighbor, жесткая. Специально я не стал выбирать прям все такие игры с онлайном, там такие на первых местах. С конца, ну, чуть дальше зашел. Вот тут вот нашлась вот такая Hello Neighbor. Так, звук есть, а... Где? Стой. Все. Ой-ой-ой, ребята. И в это время у меня просто отключился... Именно когда я зашел в игру, у меня отключилась запись видео, и у меня ничего не записалось. Я даже пытался заново записать. У меня почему-то именно в этой копии просто отрубается Shadowplay. ХЗ почему. Следующая игра это Hello Neighbor Alpha 3. Ой, чё? Фигню, короче, по-моему, сказал. Ладно. Алиса, переведи с английского на русский. Hind the crowbar is on the roof. Use the ladder to access it. Подозреваю, что. Hind the crowbar is on the roof. Use the ladder to access it. Это там, где на крыше лежит лом. Есть лестница, ведущая к кассе. Ага. Понятно, что непонятно. Окна разбиваются жестко. Разраб прям постарался. Да, мне надо еще два ключа. Вот один, вот он, 100%. Откройся, Сизима. Все. Ай! Какая я упал. Потыкнулся и упал. Короче, тогда, ребята, что? Запись у меня идет? Да, все идет. А, звук все, все, все пишет. Ай! Откуда капкан? Спотыкнулся. На этом эта серия заканчивается. Если хотите четвертую часть, наберите 30 лайков под этим видео. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем до свидания. В этих песках за буйком хранится все, от счастья до горьких слез. Берегу все, что в руках.